Здравствуйте, вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы будем открывать трех новых человечков. Давайте начнем. Я начну с вот такого человечка. Она деталька вставлена, если сделать. Как раз я ее сейчас буду собирать. Как он показывается? Вот такой или вот такой виде? Давайте я вот радостном виде одену ее. Сейчас я буду ей одевать руки. Мне на руки надо было первее, чем волосы. Я сейчас штаны сняла. Ладно. Снимай, седовый. Подожди, сейчас покажу. Иди. У нее вот такое оружие. Такое. Такое золотое. Если попытаюсь ставить ей руки. Зрители, простите, одна из деталей улетела. Я наконец-то ставила руки человечку. Такая умная, она улыбчатая поставила. Давайте теперь прикрепим волосы. И осталось ее поставить на подставку и дать ей оружие. Вначале я ей дам оружие. Это как бы сказать. Я забыла, как называется. У которого комбоев вот так ловят что-нибудь. Наверное, такое оружие. Это Леди Америка. Очень классная фигурка. Отложим ее в сторону и откроем скорее же следующего человечка. Я начну с вот этого. Так. Открывайте. Еще юбка. И вот так надо ставить. Ой, тут даже это бинокль. Это маленький мне бинокль. Давайте с ним начну я. С какой стороны? Вот это злодейской и вот это. Странно. Вот это странно. Но лучше вот так. Я буду еще домик делать. Очень это черное и красное. Я попробую сначала человечка ставить. А! Деталька чуть не укатилась. Так, это сюда. Она просто не ставилась. Ладно, я опять попробую.
той. Не той. Нам надо вот этой стороной, не вот этой. Пытаюсь просто справиться. Не могу. Можете при начале ей лучше юбочку одену? А кстати, я не заметила, у нее два бинокля, черный и красный. Что она не одевается? Все, я хочу оделась. Это как-то вот так должно выглядеть. А вот у меня. Вот и не делать. Ну да, вот сюда вставилось. Мне там как-то все-таки. Ну вот еще. Вот я уже собрала еще одну героиню, но она у нас злодейка считается. Вот такая черно-красная девица с двумя биноклями. Давайте ее поставим к Америке. И откроем последнюю героиню и начнем уже строить наш дом для них. Все. Есть вот такая и есть вот такая, но я не хочу вот это взять. Я первый раз вижу, что в Америке были такого цвета белого. И я пока не потом тяжело не вытаскиваю. Все, в Америке была маска с кремами. Ну, хорошо, что у меня паста. Не должна хотя бы потрогать. Это раз, а не больше. Давайте пытаться ее выколачивать. И вот этой девочки. Дырки. Пока я в порядке. Все, голова крутится. У меня такой меч. Это ее оружие крутится. О, у меня легко руки вставляются. А вот это нет. Это легко вставляется. Это легко очень, но она это не хочет легко подставляться. Няма. Ладно, пока попробуем ей. Пойма, она упала. Я понимаю. А как сейчас?
Ой. Давайте попробуем ее поставить на жилище. Это раз на камеру. Героиня упала. Старик героиня упала и свои оружие потеряла. А, еще не лежит оружие. И вот собран, наконец-то, нас последний человек. Голову укутилась. Ну, не совсем собрана. Руки как собраны. Я ее делаю добрым делом. Ром, добрым, может, он так перевернул. Пока бы добрым будет, полтыветь. А, я делаю. Ну, пойдем к игре, придется выкорячивать волосы. Ну, ладно. Ставим ее на свою подставку. И дадим ей меч. Ну, не меч, а защиту, как бы. А защита это ее вот этот, как бы сказать, щит. Чтобы это было видно.